Ой, девочки, ну не ссорьтесь. Если бы вы оставили ее за дверью, это был бы лучший подарок. Я не могла пропустить это шоу. Вот, доченька, твои подарки. И, конечно же, торт для нашей именинницы. А вот и он. Торт вкусный. Проверила ради тебя, сестренка. Ну, мам, спасибо за классный ДР. Так, все, идите отсюда, мне в школу пора. Эх, ну еще раз с днем рождения. Ну а мы пойдем тортик нарежем. Ну да, пойдем. Ну короче, ДР, там все дела. Я у тебя возьму платье, надену. Ага, сейчас. Я в нем хотела пойти сегодня. Но пойду я. Нет, я. Отдай мое платье. Поделили пополам. Ах ты, еще подарок. Это мне, отдай. Ага, сейчас. Это мне за то, что я тебя терплю. Че? И все? Да, даже я такие подарки не дарю. Ну и иди, ненормальная. Интересненько. О, а что это такое? Каждая конфетка приносит счастье. Бред. Счастье – это если бы у меня не было сестры. Ну что, мам, пап, где эта ненормальная? Твоя бабушка уехала еще вчера. Ага, а мозги твоего папы еще раньше. Да я про сестру свою. Какую сестру? Ты о чем? Ну как какая? Бегала, противная такая, жизнь мне портила. Ну я же говорю, бабушки нету. Вы что, уже начали праздновать мой день рождения? И забыли про вторую дочь? Молодцы, исправляйтесь. Так, что за глупости? Бери бутерброд и дуй в школу. Ну окей. Показалось. Блин, что за фигня? Как только я сказала, что у меня исчезла сестра, она тут же пропала. Решили меня подколоть? А что, если я скажу, что хочу 1 000 000 долларов? Это сон! Это сон! Так, дети, надеюсь, вы не забыли, что сегодня у нас контрольная работа. А если я забыл, можно не писать? Так, Энтони, будешь умничать, пойдешь в первой доске. Блин, что делать? Я же ничего не знаю. Мелани, это что такое? Ты смеешь есть у меня на уроке? А ну спрячь немедленно. Вот блин, и так надо мной весь класс смеется, так еще этот поесть не дает. Вот если бы он превратился в макаку, никакой контрольной бы не было. Нет, нет, я отказываюсь в это верить. Не знаю, как Сара, но мистер учитель точно твой брат по разуму. Что это за день вообще такой? Сначала деньги, потом вообще сестры нет. Может, конфеты реально настоящие? Эй, ты чё, уже сама с собой разговариваешь? Блин, может, я реально кукухой поехала? Не, надо проверить еще раз. Хочу, чтобы он меня поцеловал. Смотри, у нашей Мелани появился парень. Ого,
идеально работает. Только нужно желание почетче загадывать, а то что-то явно может пойти не по плану. Эй, Мэлли, чем дашь? А ну делись. Вкусочище. Только ничего не говори. Я думал, ты как мой старый дед, такая же жадная и ворчливая. Ага, только усов не хватает. Конфетки, конфетки. Сделай так, чтобы у меня не было усов. Всем приветик. Ну что, Мелани, ты уже пришла в себя? И не будешь нас доставать и мечтать стать нашей сестрой? Да я шутила просто, глупышки. Ну что, девчонки, идем на тусу? Вау, конечно! Но у нас только 4 пригласительных. Ну так кого 4-го возьмем? Для тебя мест нет, понятно? Сейчас посмотрим. Хочу, чтобы мальчики перестали общаться с Сарой и Беллой. Мы пойдем, а ты нет. Ой, Белла, может, ты дома останешься? Что у тебя на лице? А-а-а! Откуда эти прыщи? Сара, а ты что себе моноброви отращиваешь? Что это такое? Ого, у девочек явно проблемы. Так может это, Мэлу, ты пойдешь одна, с нами, без них? Ой, как неожиданно и приятно. Я подумаю. Подумала, пойду. Георгий, прошу. Милая, а ты мой пиджак почистила? Обчистила, не то слово. А брюки? Первым делом, дорогой. У ты моя молодец. А что насчет ботинков? А что, у тебя тоже там есть карманы? В смысле? Привет, мам, привет, пап. Ой, доченька, а ты уже вернулась? Как хорошо, а то я уже не мог находиться с твоей матерью наедине. Ну вы и смешные. А что кушать-то будем? О, лучше не спрашивай. Как обычно, ничего. Ясненько. Хочу 10 коробок пиц. Я сейчас вернусь. Ого, сколько пиц! А, это заказ ваших соседей. А вот ваши коробки. Ого! Спасибо! Всего хорошего! А вот и я! Ого! Откуда это? А где же пицца? Наверное, ошиблись! Ну вот и поели. Как всегда. Блин, надо было тетче загадывать желание. Девочки, сколько раз еще говорить? Я запрещаю приносить сладости в класс. Ну, мистер Люк, мы же будем голодные. Ага, еще в обморок упадем. Оно вам надо. Так, падать в обморок вы будете на перемене. И есть тоже. Давайте все сюда. Ну, ё-моё, ну такая голодная была. Капец. Блин, что делать? Точно! Я хочу, чтобы учитель разрешил принести сладости. А хотя, что это я? Я передумал. Вот, держите вам, может, кушайте. Спасибо. На здоровье. Лучше учитель, спасибо. Yes, сработало! Я домашку сделал. Да я не сделал, не парься. Добрый день. Стоп, вы что, хотите получить двойки? Почему это? Мы же только пришли. Где ваши сладости? И что нам делать? Держите,
И в следующий раз не приходите без сладостей. Ого, класс! Спасибо! Да ладно, я тогда пошел, а то мне как-то нехорошо. Я просто вершитель судеб. Раз, два, три, четыре. Наша школа лучшая в мире. 3, 4, 5. Я хочу опять пожрать. Ну блин, ты можешь нормально танцевать? У нас через 2 часа выступление. Я есть хочу. Ты и так как сосиска прыгаешь. Девочки, а можно с вами? Чё? У нас уже есть 1 сосиска. Вон она. Второй нам не нужно. Ну ты же моя бывшая сестра. Что, не возьмете меня в команду? Кто? Да у тебя с головой проблемы. Тебя никто в команду не возьмет. Ах так! Хочу, чтобы меня взяли в команду чирлидеров. Ребята, этот год был слишком сложный для нас. Я вообще не понимаю, как мы в нем что-то выиграли. Итак, поздравительный танец для команды проигравших! Ой, это текст прошлого года. Для команды победивших! От команды черлидерш и талисмана! Девочки, прошу! Ага, лучшая эволюция от обезьяны в свинью. Какой кошмар! Боже, что за позорный день был вчера? Что за страшилище? Срочно стилиста! Очень срочно! Добрый день, мисс. Я опаздываю в школу, мне нужно сделать крутой макияж и какую-нибудь укладку. Вы же знаете, что наши услуги дорогие. И судя по вам, это займет кучу времени. Чемодан денег стилисту. Конечно, сделаем все в лучшем виде. Так. Ой, как все у нас тут запущено. Ну ничего, сейчас все поправим, поправим. Еще чуть-чуть, чуть-чуть. О, конфеточка просто. Готово. Офигеть, то, что нужно, спасибо. You're welcome, дорогуша. Воу, Мелани, ничего себе. Ой, ничего необычного. Сара. Как тебе мой макияж? Как обычно, не очень. А раньше мы любили делать друг другу макияж. Раньше? В твоих снах? Все, надоело. Снова будь моей сестрой. О, Мелани, ты что, научилась краситься? Я так соскучилась. Что? Мы же каждый день видимся. Теперь точно. Ого, что это было? Я реально думала, что ты не моя сестра. Я так скучала за этим, чтобы ты постоянно меня обижала, обзывала. Ну хочешь, теперь я могу это чаще делать? Хочешь, делай все, что угодно, только будь моей сестрой. Ну хоть с тобой помирились. А ты знаешь, что у меня конфеты волшебные? Это как? Ну, что ты, например, хочешь? Я хочу, чтобы меня снова полюбил Энтони! Так, отставить сопли. На, жуй Скитлс и говори, что ты хочешь. Хочу новое платье. Вау, реально работает! Да какое платье? Надо было про Энтони загадывать. Тю, блин. Хочу, чтобы Энтони в меня снова влюбился. Сара,
Я люблю тебя! Так, все, хватит, пошли отсюда! Я скучала! Так, ну сейчас будет самое крутое! Что, ну что? Ты когда-то хотела стать самой популярной? Ну, конечно! Я хочу, чтобы мы стали самыми популярными! Да, что-то ты переборщила в этот раз. Да я постоянно перебарщиваю и не могу угадать с нормальным желанием. Разойдись, разойдись! Где твои чудо конфеты? Доставай! Пусто! Нам теперь капец! Помни, сестра, я тебя всегда любила! Ты чего? Нашла! Хочу, чтобы все вернулось на свои места. С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения! Ой, класс! Сестренка, спасибо! Это лучшее утро! Чё? Я думала, ты испугаешься. Вот фигня. Вот, доченька, твои подарки. И, конечно же, торт для нашей именинницы. А вот и он. Торт вкусный. Проверила ради тебя, сестренка. Приятного аппетита, моя любимая сестренка. Ты правда вкусна. Поздравляю. Поздравляю, доченька. Милые мои. Как слышно? Прием! Я почти на позиции. Ага, попалась! Из-за тебя мы банк не ограбили! Будешь знать, как за нами шпионить! Все, уводим ее! Мужчина, может вы наконец-то что-то закажете? Воды принесите, пожалуйста. Вы уже 10-й стакан пьете. Знаете, я так переживаю. Я познакомился с девушкой, но почему-то ее так долго нету. Мужчина, если вы хотите поесть и не заплатить, то не на того напали. Блин, так и знал, что с училками нельзя связываться. А теперь рассказывай, на кого ты работаешь? Отвечай, чего молчишь? Может, потому что у нее во рту персик? Ну реально, как я должна была ответить? Ты нам голову не морочь. Зачем ты за нами следила? Господин похититель, не понимаю, о чем вы. Так, все, надо ее набирать уже. Ой, а телефон можете мне подать? А так можно было? Не знаю. Ой, алло, приветик. Не болей. Спасибо. Так, стоп, ты же была связана. Только заметили? Адьос, придурки. Доброе утро, дети. Доброе утро, Бринни Шпионовна. Как ваше утро? Да так, ничего необычного. Встретила старых знакомых, пообщались, так сказать. Бринни Шпионовна, вы опять расправлялись с преступниками? Дети, лучше скажите, вы выполнили свое домашнее задание? Бринни Шпионовна, все сделано. Мы взломали систему банка. И завтра на ваш счет придет 500 тысяч долларов. Ой, какие вы у меня молодцы. Все схватываете на лету. И, кстати, к нам в школу придет новая ученица. Новая ученица? Фу, не люблю новеньких. Да, и я тоже. Итак, тема урока... Ля-ля-ля. О, это что? Да, наше плане вторжения! Неопознанный объект находится возле двери! Помогите! Стоять! Всем оставаться на своих местах!
это же наша новая ученица. Мамочки, куда я попала? Ты попала в школу шпионов. Ой, Ева, мне говорили, что ты очень талантливая. И сейчас ты должна показать нам все свои навыки. Вы чё? Я только что чуть не описалась. А вы мне говорите что-то еще показать? Сейчас ты должна нам показать все свои таланты. Вы точно хотите это видеть? Ну, конечно. Давай. Ну, ладно. Что она делает? Она в курсе, что у нас не танцпол. А мне нравится. Я фуарет, да, че, да уж, это новенькая, ты, конечно, такая смешная. Ага, как ее вообще приняли в нашу школу. Ну вас как же, трех глупышек взяли. Кстати, где она? Мне кажется, она какая-то подозрительная. А может, нам ее прислали из другой школы, и она шпион школы конкурентов? Ой, да не несите фигни. Ребята, у нас тут урок. Урок отсталых здесь не проходит. Тебе не сюда. Ми, успокойся. Значит так, сейчас мы должны проверить вашу готовность к наступлению врагов. Чего? Держитесь! Пошли, укрывайся! Надо, ой, Ева, ты в порядке? Она даже это не может. О, смотрите, кусок бревна упал. Парься, они тебе просто завидуют. Смотри, я сделала крутую шпионскую штуку. Ты сама? Прикинь, я сделала шпионскую пудреницу. И ты можешь стать невидимкой. Вау, а как она работает? Только нет! Она немного недоработана. Ну что, я теперь невидимка? Ну ладно, пойдем вытрем тебя. Ребята, у меня для вас сюрприз. Бритни Шпионовна, Еву что, выгоняют со школы? Ура! Супер! В добрый путь Еве! Так, девочки, тихо! Нам прислали новый агрегат будущего. Его еще нет ни в одной школе. Что, прислали прибор, который будет нас заменять на уроках? Ага, не дождетесь. Этот агрегат будет вычислять предателей в нашей школе. Классно, вот Ева и попадется. Раз, два, три. Ого, классный агрегат. Это опять наши конкуренты сделали нам подставу. Я же говорила, то, что новенькая специально косит по дурочку. А сама ломает наши приборы. Так она подставить нас хочет. Нужно что-то делать. Здорово. О, а вот и предательница пришла. Ребята, а что случилось? Теперь наша школа не победит на конкурсе шпионажа. Может, я могу чем-то помочь? Ага, ты вон, уже помогла. Из-за тебя мы проиграем. Да, пригрели мы змею. Да я... Ева, подожди, ну вы ненормальные. Мы тут это... Походу, Энтони потеряли. Я слышала этот трек. Укуси меня, пчела! Тут что, ураган был? Что произошло с нашим классом? Ребята, смотрите! Конец! А, боюсь, они за нами скоро придут. Кто? Твои ухажеры? Нет, те, кто сделали это. Ну, новенькая дает. Только второй день, а она умудрилась уже весь класс перевернуть. Мия, еще раз что-то скажешь про Еву и будешь иметь дело со мной. Да? Тогда я буду ее чаще обзывать. Так, дети, срочное собрание. Где Ева? Наверное, уже в другом городе заметает следы. Бритни Шпионовна, Еве плохо. А может, по камерам посмотреть? Камеры отключены, уроков не будет. Идите. Ой, блин. Я вычислю этого предателя.
Привет, Ева! Я так соскучился! Ага! А я не поняла, дочь мою замуж никто не звал, а руки ты свои тянешь. Добрый день, проходите. О, мой зять, какой ты заботливый. А есть что похавать? Энда, не прости, мама не хотела отпускать меня одну. Понимаю. Да, вот это хоромы. Доча, если ты упустишь такого видного жениха, я не переживу. Мама, уходи. Ну ладно, но я за вами слежу. Как вкусненько. Ну что, все, идем домой? Да подожди ты, я еще ничего не вижу. Ну я уже замерзла. Я тебя взяла для того, чтобы ты мне помогала, а не ныла. Блин, надо было оставаться дома и смотреть сериалы. Во, кажется, нарисовались. Да? Он показывает ей свои приборы. Ну и что? Он мне свои шпионские приборы не показывал, понимаешь? Опа! Девочки, а что это мы тут делаем? Мы потерялись и не можем найти выход. А вы? А я вот тоже потерялась. Это фонарик-электрошокер. Вау, как круто! Тебе правда понравилось? Ого, что это было? Не знаю. А что вы здесь делаете? Ну, мама! Упс. Спасибо тебе, подружка, за веселье. Блин, Мия, мне надоело, что мы постоянно попадаем в такие ситуации. Какие? В прошлом месяце мы следили и упали с дерева. Ой, это было всего лишь один раз. Один раз? А как настоком ударило? Забыла? Ой, это тогда, когда мы ходили и били всех разрядом? Помню. А сегодня чуть ноги не переломали. Я не виновата то, что из нас фиговые шпионы. О! Что это, Мия? Какой ужас! Эта новенькая добралась уже до моей комнаты. И хочет меня подставить. Значит, она могла уже и в моей комнате побывать! Да-да-да, беги, проверяй свою комнату. Ой-ой-ой! Фух, чуть не спалилась. Ребята, все сошлось! Мия, что случилось? Мы пишем контрольную. Смотрите, что нашла. Это пиджак Евы. Это что? Форма конкурентов? Да, это пиджак нашей новенькой. Вы понимаете, к чему я? Ребята, ребята, это не я, это неправда. Ева, ты реально все время меня обманывала? Это не мое. Ребята, подождите. Я хотела вам сказать... что меня, скорее всего, уволят. Ну, Бритни Шпионовна, почему? Я не раскрыла из вас предателя. Как я могу быть шпионом? А я раскрыла, так как это шпион вон, Ева. О, так это пиджак, который висел у тебя в шкафу. Ты глупая, Элли. Еще раз, где он висел? Так вот кто настоящий предатель. Это что, и вправду ты, Мия? Но я мне... Блин, Ева, прости, я реально ей поверила. Ну ничего страшного. Фух, ну я остаюсь с вами, так как предатель выжил сам себя. Ты что, реально мог подумать, что я могу быть предателем? Да ну ее! Ты что? Я так не думал! А у меня для тебя сюрприз! Вот так! Это что, шпионские очки Евы? А теперь будем танцевать! Ча-ча-ча! Стой! Тебе не кажется, что штора живая? Смешной ты!